нас сегодня вечер, и мы разбираем нашу новую машину для lawn removal. Removal? Lawn mover. Lawn mover. Removal. В общем, короче, газонокосилка большая, серьезная. Не то, что была моя детская, которую я могла поднять одной рукой. Эту я реально надо поднимать двоим людям. Ага, видно, что здесь какие есть высота, да? Высота травы, вот это, наверное, да, Кость? Крутяк. Здесь можно регулировать красиво траву стричь. И даже есть мешок, в который собирается трава. Это очень круто. Я еще не знаю, что он будет косить. Плюс у нас еще выясняется, что недостаточно длинный удлинитель. Ну, в общем, будем смотреть, разбираться. Так, начинаем работать на бэк-ярде. Значит, работает так. Нажимаем эту кнопку и натягиваем рычаг. Вот так вот. Костя кушает чернику. Это не черника, это смородинка. Да. Ой, то есть, извиняюсь, смородина. Это смородина, черная смородина. Есть красная, черная. Которая росла вот на этом кустике. Это единственное, что здесь прорастало на этом бэк-ярде. Вот какая она. Она, конечно, не очень сочная, потому что это все не поливалось. Здесь никто не жил, это все было неприсмотренное. В общем, короче, что-то мы здесь рубили, что-то мы здесь косили. Нет, ну, в общем, да, повыцапывали вот это здесь все, что могли. Вот. Короче, работа непочатый край. Оказалось, что нужно купить перчатки, которыми это все вырывать, потому что это все колется, колючее все. Лопатку, которой подкапывать, чтобы это все с корнями выходило. Эти грабли, чтобы все это прорыхлить, потому что все, что ты здесь мы накосили, оно все на месте. Потом второй раз газонокосилочка, поэтому газонокосилочка ручная наша проезжает, и оно забивается, то, что уже скосилось. Поэтому это надо сразу, все, что скосил, сразу граблями загребсти, в сторону поставить. Короче, ужас. А вот у соседа какое дерево красивое. У одного, у второго. Здесь тоже бы я хотела, конечно, сзади бы, конечно, хотела здесь что-то посадить. Красивые елочки какие-то. Ну, в общем, это все со временем будет делаться. И уж точно не в первом году. Вот так вот. Вот у наших соседей вот так вот идет бэк-ярд. Таунхаус, поэтому все очень близко и рядом. Там твой мяч внизу. Там твой мяч внизу, да, мы можем увидеть. Вот он, наш лысый бэк-ярд. Наша Наночка, которая любимая, которую я замораживала, вы видите. А вот этот цветочек новый, который сосед мне подарил, я его вот посадила, и он вот так вот уже там приживается. Ну, вот это нашего соседа, китайца. Мы вчера покосили траву нашей новой газонокосилочкой. Конечно, это работа только для мужчин. Так что у Кости теперь добавилась работа. Но сейчас не очень хорошо видно при вечернем времени, какая вот она вся ровненькая и одинаковая. Ну и у нас еще есть некоторые места, которые нужно заделать. Мы вчера наши стулья здесь поставили, здесь мы сидим. Это Оксана, моя подруга, дала нам подстилки. Это наш Ленинград. Очень крупные куски. 25 июня. Вот такое вот оно выпадало. Сейчас побьет там, наверное, мне все помидорные цветы. Он весь бэк-ярд. Это что такое было? Вау. Это сейчас... А что там, не крыша обвалилась? Нет, просто да, айс.
Боже, сейчас там все побьет. Ну и что, Кость? Ну если бы ты его так садил, как здесь наши китайцы, да, по 6 часов в день каждый день, то ты бы не говорил, ну и что? Это Габи не просто Рейни, это град. Еще так долго? Ужас. Ужас, что за погодка? Yeah.